31 марта в студенческом клубе города Славянска на Кубани состоялся муниципальный этап краевого молодежного фестиваля «Молод всегда». Это ежегодный студенческий фестиваль, который уже второй год проводит Управление молодежной политики. Открытие новых талантов в различных направлениях молодежного творчества – вот главная цель фестиваля. И этим вечером на сцене действительно зажглись звезды. Конкурсная программа фестиваля была представлена в 5 номинациях – народный вокал, народный танец, художественное слово, современный танец и эстрадный вокал. В фестивале приняло участие 110 активных и творческих славянских студентов. В каждой из номинаций ребята проявили свои самые необычные таланты. Жюри отметило высокий уровень участников. Лучшие в своих номинациях студенты представят Славянский район на зональном этапе конкурса, который пройдет 11 мая в городе Темрюке. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».